Всем привет, друзья, с вами Мама. Пришла пора готовиться к чемпионату мира. И я серьезно настроен тренироваться. Сейчас вы узнаете, как я это буду делать. На самом деле, по картинке, по названию, я думаю, вы уже могли понять. Гляньте, если взять вот, нашел. Все персы либо 30-й, либо 35-й, либо что-то между тем. Но в любом случае, все красные значки, осталось только два перса, это Калет и Лу. Я просто на них не особо играл. Знаете, если взять команду и сделать это, ну, один заход, вот, генерал Гавс, отличный пример. Это просто делается с нуля, за один заход, не говоря уже о 874 или 850. Будет довольно-таки скучновато, поэтому я решил попробовать. На звери пытался, было довольно-таки сложно, но здесь есть хотя бы матчмейкинг. Хоть чуть-чуть может поможет, хотя с рандомами навряд ли. Game on. Короче, ребят, для того, чтобы запать Калет, во всяком случае попробовать, я думаю, вряд ли мне хватит одного ролика. Я хотел бы сделать довольно-таки длинный формат, прям типа много каток отыграть, не просто 10 минут, чтобы монетку раскидать и все, а конкретно зарубиться. Посмотрим, как это получится. Возможно, карта не будет самой подходящей, и можно будет отложить, даже если сезон прошел. Все равно, можно дальше газовать, потому что сезон теперь очень большой. И вот эти кубасы 850, их там не так уж сильно и заберет, даже меньше 800 не будет. То есть откатится вообще копейки. Поэтому давайте попробуем это сделать. А с вас, ребята, поддержка, лайкосик и так далее. И для этого у меня есть один ритуал. Для того, чтобы мне попробовать это сделать, братуха. Братуха, дай. Мне... Чемодан удачи. Где он вот? Короче, я проходил испытание на бомже с рандомом, и мне этот рюкзак помог. Так, давайте я сейчас сделаю беззвучный режим. Ну и в принципе погоним. Смотрите, первая катка 4-6, значит уже команда будет. И возьму отталкивающую старку. Да, щит решает, жизнь спасает, но в футболе важно не жизнь, а чтобы не забили, чтобы забил ты. И, кстати, с ультой можно забивать, тоже прикольно. Окей, погнали. Ой, случайно пауз сделал. Было бы эписно. Окей, давайте я мид. У нас есть воль. Так, даю две тычки, ульта почти есть. Где-то тар лазит. Она тут по-любому. А, не, она далеко. Не дают, а... Фу, хорош двоих. Короче, нюанс в том, что мяч не туда, не сюда. И пройти на истак. Если бы он кровь добил, то я бы забил бы. Но он тычку не успел туда. Но в любом случае, это только начало разогрева. Пойдем дальше. Сейчас тиммейты, кстати, не самые плохие. Но не факт, что это, типа, нам изи катка даст. Найс. Окей. Давайте еще один забиваем и начнем хорошо. Отличное начало. Живи, живи, бро. Хорош. Ладно, ничего страшного. Вы видели? Вот, блин, ролик буду, ну, монтировать я не буду, я, в принципе, тут, ну, также буду все катки играть, выиграл, не выиграл. Но я пересмотрю, вот отвечаю, буду загружать этот ролик, пересмотрю, куда мне показывала ульта, куда я полечу. Я видел желтую полоску, которая уводит дальше, это бред. Ой, две жвачки подряд. Найс. Уф. Спраут похилиться не давал, и выйти на кроу тоже не мог. Тара, тара здесь. Найс. Фух, есть победа, но
Так как мы договорились играть с рандомами, это будет тотальный рандом, то есть я могу, в принципе, если эти захотят, я могу с ними продолжить, но мы пойдем. А, не, хотя, отказались. Наверное, плохая коллет. Ладно, суть не в этом, суть в том, что я буду выходить и играть заново. Тары кругом. Ууу, хороший пик. Уй, аутсайдер. Ну вот, 1200, здорово. А, ПМ, короче, там, да, будет? Окей. Хилится он, бро. Найс, апаешься на 1000. Есть, есть, аутсайдеры, ёшкин кот. Без разницы, выиграем или нет, но у нас вообще нормально поначалу идет. Сэнди вообще про. Ну, хотя, всякое бывает, да, у всех. Но так нагло. Так, убил. Я не сплю, не сплю, я там не могу идти. Тара с ультой. Отлично. Блин, надо прессинговать. А, сидеть не вариант. Спасу, бро. Не спас, но он ульту потратил. Не видь, туда-туда стреляй. Живи-живи, бро. Нет! Фуф, нафига ты хилку ставишь? Ты просто тыку дал бы ему, и все. Надо контроль занять. Так, ульта, ладно, отойдем. Еще 30 секунд держать. Блин, от контроля он люто парит мозг. Нет, ну Нита, ну почему ты обходишь? Ладно, в принципе, мы можем их раскатать на открытый. Хилочку, бро! Блин, ну зачем мне в руки пас? Не, ну команды играли бы, хотя бы даже средней команды мы бы размотали бы уж точно. Уф, есть еще шанс, дай, дай пас. Спасла. Стоп. Ё-моё, какой же я тупой. Боже. Оказывается, у меня тиммейт лоу, а не кинула против тысячи. Ну все равно. Боже. Но это не тупость, это не эпик фейл, потому что я этого не мог знать. Я не знал, насколько хорошо играет ПМ, типа, судя по его кубкам. Но, понятное дело, рандома там можно много ждать. Ну ладно. Аутсайдеры выиграли. Но я реально думал, что мы играем на 1100+. Я думал, что они так тупят, типа там. Сэнди просто подрывал это. Блин. Ой, ё-моё. Так, Роза, а где Роза? Блин, если бы не справ, я бы там нормально газанул бы дальше. Cool
блин. Ну куда ты на лоу хп летишь? Ну ты, конечно, красава, бро, убил, но все равно рискованно играешь. Блин, Спраут, как же парит мозг постоянно. Постоянно эти мелитычки. Просто кинь мяч, залети на Спраута, нафиг ты бегаешь с ним, я не знаю. Ладно, не буду бомбить, пофиг, не корова проиграл. Отлично, ульта, бро. Отличная ульта, Эдгар. Попробуй ШД добей, я думаю, тебе там лучше пойдет. I always win. Говорит, я всегда побеждаю. Пацан, к успеху шел. Я, кстати, не в курсе, как они все со Спраутом играют. Тут столько Мортисов-то бывает на рандоме залетают. И как они с ними будут стоять, ну это вообще бред. А фланг, то ли кто правый пойдет? Мне собака начинает накидывает, правая сторона продавливает. Кто там будет стоять, пацаны? Может, решите между собой? Я понял, тот умер, этот умер, все, и я тоже сдох. Вот так вот победки делаются. Вот так вот и с рандомом апаться. Причем, ну, против нас были не прям сильные типы. Но... Коль, Тара. Тара чертиками прикрывается от Ниты, которая одной тычкой даст и Таре по башке, и всех трех чертиков сломает. Мне на Фрэнка надо пойти, потому что... Одна ульта хорошая, Фрэнка потом вообще не будет. Бро, хп потерял немножечко. Он ульту там кинул. Пройти бы к ней. Смотрите, что делать, зараза, ульту тратит. Бро, ты команду забусти, нафиг тебе раскрывать. В частности, мне там, да, не знаю, себе возьми. А, ты опять туда кидаешь, ладно. До свидания. Ладно, отойду пока. Окей. Блин, Фрэнка, я сейчас так буду выписывать. О-о-о-о! 4800! Не, надо похилиться. Нет, этот джин запарил вообще. Фрэнк вообще просто как огня боится, отвечаю, одна ульта, он боится. Просто как огня. Наушники подрубает. Блин, Спайк парит мозг. ВК, нафиг он зал сюда, я не знаю. Хотя, понятно, делать рандом. Ладно, давайте так сделаем. Оба просто как ужально убегают. Блин, в спайк очень вовремя выходит. Ульте, бро? А, я понял. Ты пока ждал уже, что закончил. Все, с быком сейчас откисать будем.
Бро, я... А, я понял. Вообще просто... Серьезно, Бэк не самый подходящий перс, но хотя о чем рассказываю? Там такие, блин... Там буквально просто, ну, залет сделай и все, хотя бы там на Джина, чуть отвлеки его, заставь там... Заставь себя там чуть, да, этот, чуть агрессивнее играть, чтобы они тратили на тебя заряды, и мы продавим. Да не, он просто бегал вот так издалека, накидывал, как будто, не знаю, ШД рядом, дымок поджимает. Да, поменяемся, давай поменяемся. Спраут — это лютая контра для Би еще на этой карте, это пипец. У нас вообще некому раскрывать. Роза, ну, конечно, кидаю, но Спраут постоянно будет мешать. Че по поводу... Смотрите, он просто не хилится и будет меня закидывать. Еще и под щитом. Ну, походу, я один так день поиграю, потом я просто возьму тиму и пойду добью. Это просто невозможно. Ну, серьезно, типа, можно там месяцами угорать, откисать и так далее, но сколько надо вообще валерьянки, чтобы все это сделать? Вообще же, типа, ну, типа, пики неподходящие. Они еще рандомно же подбираются. Ну, вообще, роу, пчелка, офигенный подбор. Просто по углам сидят и ждут, когда там будет момент хороший выйти. Вот сейчас, по-моему, там гол. Нет? Да, там гол. А ты не можешь продавить. Ты накидываешь с одной стороны, а с другой стороны поддержки тебе не будет. Потому что ты с рандомами. И как бы ты ни старался, как бы ты много не попадал в той же катке, там, где Фрэнкс откисал с одной ульты, толку в этом не было, потому что ты, блин, сколько ни кидай, сколько раз не убей, они просто выйдут заново и также дальше на тебя пойдут. А твои тиммейты будут вот так рядом да около бегать, и все на этом. Вот на все на этом закончится. Ну сейчас, видите, Амбер сапует и помогает немного выкурить со стороны. А, я понял. У тебя есть шанс забить. Чел ульту где-то там накопил. И, конечно же, не даст тебе это сделать. Банальная вещь. Подбери мяч, убери в сторону. Нафиг надо, лучше подождем просто. Я в шоке, как вы это делаете? Так, почему сторону нельзя было скинуть? Почему? А, не знаю. Потому что это еще один гол. Сколько было? 860. 20 минут ролика. Раз, два, три, четыре, пять раз подряд. Я, в принципе, скажу, что Кали тоже здесь не самый лучший перс, но нюанс есть в том, что, типа, в скримах здесь ее часто юзают, типа, она сторону может лют разорвать, но она не будет тащить вот прям за всю команду, как это можно сделать. Я даже фиг знает, на больших кубасах нереально, а перестал нравиться играть, потому что тут типы, которые добрались сюда только из-за хорошей системы. Типа, раньше их здесь никогда не было, потому что раньше апаться было реально сложно, и эти типы 500 не могли апнуть. А сейчас приходится мучиться. Давайте, ладно, не будем расстраиваться, давайте сделаем одну победку. Я, наверное, как начал, так и закончу с этим. Движем с рандомами лучше, просто с командой. Даже со средней командой можно нормально так на изи апнуть. И все на этом. И зачем мучиться?
меня нет слов. Окей. Здорово. Уй, сразу с гаджета фигачит. Это жестко, кстати, у меня не та старка. И Джесси вообще тут не дадут. Вообще в идеале поменяться нам надо. Я бы на Мистера Пи пошел. Для меня Мистер Пи не проблема. Для Мортиса Мистер Пи проблема. Поэтому он может пойти на Пайпер. Смотрите, 1000 получил. Все, сразу по тапкам начинает давать. Давайте похилимся. Жестко, жестко встречают. Меняются. Джесси, живи, братуха. Ладно, забейте. Забирай, Гема, забирай. Ты же не умрешь. А, ты не хочешь собирать. Ух, а он же меня стрелял. Как это получилось? До свидания. Просто до свидания. Что самое главное, не погибну. Откисайте, ребята. В гемах, возможно, стоило тут поиграть. Ну так, нормально. Нормально закончили, ребят. Если хотите, чтобы я добил этих двух персов. Ну не знаю, если... Ну может карта, да, неподходящая. Может с рандомом, можно что-то придумать. Ну, ребят, пишите. Закидывайте лайкосов, если стоит мучиться. Если вам нравится такой формат мучений. Моих мучений. То я это сделаю. Ну а если, в принципе, фигня не особо интересна, то давайте мы это сделаем с командой на изи. Вы пишите. Ну и по активу, конечно же, посмотрим. В общем, осталось 2 перса добить, чтобы потом все было по красоте на аккаунте. И, конечно же, готовимся к чемпионату мира на этих выходных. Будем рвать. В общем, с вами был ММА. Всем удачи и всем пока.